Привет, друзья! Я художником стал, потому что мечтал. Потому что мечтал, я художником стал. Я бы мир сотворил, но не смог. И вообще одинок, потому что не смог. И судьбы приподнять самолет. Та большая сосна, что растет средь дорог, средь высоких дорог. Та большая сосна оказалась не я, среди высоких дорог. Да, друзья, а вот это моя картина, и участник его, и свидетель, и участник, и свидетель одновременно. Так вот, если кто хочет, чтобы мы сделали в следующий раз одновременно, где Владимир нас будет обучать танцам, а я буду обучать, как рисовать и как писать стихи. И мы многое чего сделаем, потому что вместе мы сила. Но посмотрите, какая участник события, его свидетель. Да, это значит выходить на состояние нуля, на состояние эмоциональной отрешенности и видеть себя и мир как бы со стороны, без внутреннего эго. До встречи, друзья. Пишите комменты. Да, пишите комменты и подписывайтесь и в Телеграм, и в Инстаграм, и смотрите Ютуб, и смотрите, и скоро у нас будет вебинар. Это будет потрясающий вебинар, ну, буквально через 1,5-2 недели. Но увидите.